Еще один указ, подписанный Егором Борисовым, учредил знак «Мать-героиня». Им будут награждать матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей, проживших не менее 15 лет на территории Якутии. Более того, матерям-героиням предусмотрено единовременное денежное вознаграждение – 1 миллион рублей. Сегодня в Якутии женщин, родивших 10-го ребенка после 2000 года, 72, а тех, у которых 7 и больше – около 1600. Также изменения коснулись указа о знаке «Материнская слава». Здесь определены три степени, которые также предусматривают финансовое поощрение. Этот указ еще раз подчеркивает о том, что наша республика всегда с уважением относилась к многодетным семьям и подчеркивает их роль в развитии нашей республики. Материнская слава ранее награждали, но денежная выплата составляла 10 тысяч рублей. Сегодня денежная выплата будет составлять 50, 75 и 100 тысяч рублей. Поэтому мы уверены в том, что общество, органы местного самоуправления, представляя к награждению своих односельчан, тех, кто рядом живут, многодетных матерей, к этой награде, конечно же, будут учитывать, насколько они сегодня ответственно воспитывают своих детей, насколько они пользуются авторитетом у своих сограждан.